Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать каждого на моем канале. Мой канал называется Айка Эмили, и если ты до сих пор не подписан, то я очень прошу тебя подписаться, пожалуйста. Если ты все равно смотришь мои видео, если все равно ставишь лайки и пишешь хорошие комментарии, что тебе стоит подписаться. Всего-то навсего. В общем, сегодня у нас роллы. Я буду читать и отвечать на негативные комментарии. Просто в прошлый раз с роллами у меня оставались еще негативные комментарии, еще вы добавили, немножко понаписали. Поэтому почему бы нет? Я люблю оправдываться. Немножко странно свет падает мне на лицо. Это потому что и на улице освещение, еще я поставила ring light. Сейчас время 6 часов. Ну, почти 6, пол шестого. И потихоньку уже солнце садится. И на половине видео будет темно, поэтому мне пришлось уже сразу поставить ring light. Ну, в общем, сегодня обалденный ролл. Я просто офигела, когда увидела вот эту вот Филадельфию. Вы посмотрите, какая огромная. Я в шоке была просто. Мидии здесь. Новая доставка здесь. Я мидии не пробовала. В общем, давайте приступим. Так, начнем с мидии. Немножко поем. Вот чувствую себя как в раю. Я вот, когда начинаю мукбанг и пробую что-то вот первое, чувствую себя такой счастливой. Это прям нечто. Просто 5 из 5. Очень вкусно, вот без преувеличения вам говорю. Даже не хочется читать негативные комментарии, хочется просто поговорить о чем-то позитивном. Я просто уже подготовила, поэтому, наверное, придется еще одну. Это сет уже с мидиями. Блин, они приготовили их прям обалденно. Сверху сыр. Первый негативный комментарий от Оксаны. Какая же ты все-таки жмотка? Это про меня. Мало того, что покупаешь себе дешевые вещи, так еще и на Твиксе пытаешься экономить. Купила ему супер дешевый корм, как тебе не стыдно? На улице бы ему жилось точно лучше, чем с тобой. Не согласна с вами, Оксана, абсолютно. Я купила Твиксу хороший, дорогой корм, но он его есть не стал. Я пытаюсь как-то, знаете, 50 на 50 добавлять китикет и этот корм, но все равно он как-то с неохотой ест его. Я в день Твиксу даю 4 жидких корма, иногда 3, но не бывает дня, когда меньше 2 я ему даю. Если бы я пыталась на нем экономить, я бы не давала этот жидкий корм, потому что он обходится слишком дорого. У меня всегда в холодильнике минимум 10 штук. То есть дело не в цене. Просто я сама тоже не за здоровый образ жизни. Если думать с таким подходом, как вы, то, например, фастфуд тоже мне не стоит есть, потому что это вредно для здоровья. Но, как вы видите, я предпочитаю вкусное, чем полезное. Например, если выбор стоит либо полезное, либо вкусное, я выбираю вкусное. Посмотрите, какие огромные роллы. Я прям вот впервые вижу настолько щедрые роллы. Корни не согласна с вами. Если бы я сама была бы на ПП, а кота кормила бы какой-то фигней,
Нет, у меня просто девиз по жизни. Что вкусно, то и едим. А там дальше посмотрим, как оно будет. Поэтому я Твиксика очень сильно люблю, и я не считаю, что ему бы было бы лучше на улице. Люди у нас жестокие, на улице непонятно, что бы с ним было. Поэтому не надо оценивать человека только с той стороны, которая выгодна вам. Вкусные мидии. Следующий негативный комментарий. Просто мне стало смешно, честно. Девочка пишет. Зовут ее Гюнель. Гюнель, тебе привет. Мне кажется, она врет про своего парня. Никого у нее нету. Просто пытается привлечь внимание. И типа она кому-то нужна. Во-первых, Гюнель, у меня к вам вопрос. Если у меня нету молодого человека, то кто у меня на видео? Какие роллы? Кто у меня на влогах? У меня же там парень какой-то. Неужели вы думаете, я буду нанимать какого-то человека? Чтобы он играл роль моего парня. Ну, согласитесь, бред же. У меня есть несколько влогов на канале с моим парнем. Правда, я его лицо не показываю, показываю его со спины, там, не знаю, телосложение и так далее. И вот скоро мы собираемся кое-куда сходить. Я тоже собираюсь влог снять, если погода будет хорошая. Неужели вы думаете, что каждый раз я нанимаю человека? Ну, это бред. Наоборот, мне кажется, многие скрывают, что у них есть отношения. У меня была подруга, у нее 6 лет были отношения, и она скрывала их от всех. От родственников, от мамы, от всех. 6 лет. Когда я спросила, а зачем скрывать просто, собственно говоря, она сказала, вдруг у нас не получится, зачем, чтобы все знали. И с одной стороны, так посмотрела на нее, может быть, даже и правильно. Вот я не умею держать язык за зубами. Это у меня просто не получается. Вот как только у меня появился парень, наверное, прошел где-то месяц, даже месяца не прошло. Уже все вокруг знали, что у меня появились отношения, у меня появился парень, начиная от моего стоматолога, заканчивая всеми подругами. Тем более у моего парня есть страница в Инстаграме. Неужели вы думаете, что я буду загружать на эту страницу 150 чьих-то фото, чтобы просто создать видимость того, что у меня есть парень? Мне однажды то же самое сказала моя одноклассница. Был один мальчик, который за мной ухаживал. И когда я ей рассказывала про это все, она просто в один день повернулась ко мне и говорит, только не обижайся, говорит, Айка, но мне кажется, ты просто придумываешь это все. Я такая не поняла, в смысле придумываю. Она говорит, ну нет у тебя никого, никто за тобой не ухаживает, и ты мне тут сочиняешь. Я была просто в таком шоке. Какого мнения человек обо мне? Я подруге сижу, придумываю, что за мной кто-то ухаживает. Здесь то же самое. Но это бред, согласитесь. Следующий негативный комментарий.
Привет, Айка. Понятное дело, что ты живешь в дыре и мечтаешь переехать оттуда, только делаешь вид, что тебя все устраивает, потому что у тебя нету выбора. Да, конечно, не хотела бы жить в таком месте, в котором живешь ты. Этот менталитет, эти люди – просто ужас. Ну, во-первых, вы, наверное, никогда не были в Азербайджане, в Баку, раз так говорите. Это раз. Во-вторых, у всех у нас есть выбор. У меня, например, отец в Саратове. Если я захочу, я могу переехать как минимум к нему. Да и вообще столько девчонок просто берут, поступают в магистратуру, в Европу, там, не знаю, в Турцию. Потом находят там работу, а некоторые даже выходят замуж. Удачно, очень даже. И остаются жить уже там. То есть что значит нету выбора? У всех у нас есть выбор. То есть даже те девчонки, которых родители не отпускают, не уезжают под предлогом учиться. А потом находят работу, остаются там жить. Я человек, который иду вслед за своей мечтой. Я могу вам так сказать, в Баку осуществились все мои мечты. Когда мы жили в Саратове, мы жили очень плохо, очень бедно. Был один период, когда мы более-менее начали жить. Вот так, если в общем брать, всегда денег не хватало, всегда были какие-то проблемы. Поэтому в Баку осуществились все мои мечты. Я поступила в универ, я нашла свою любовь, я влюбилась. Что еще? Я купила квартиру. У меня есть любимая работа. Я всегда мечтала быть блогером. Тоже добилась хоть чего-то в блогинге, правильно? Я бы не сказала, что здесь как-то плохо. Люди очень добрые. Что бы с вами ни случилось на улице, вам обязательно помогут, подскажут что-то. Здесь очень много перспектив, то есть знание языков, какие-то способности, и ты легко можешь найти себе хорошую работу, достойную. То есть не согласна с вами абсолютно, просто вы, наверное, никогда не были в Баку. И вам так кажется, что здесь плохо. Когда мне пишут какой-то негативный комментарий, я всегда пытаюсь оправдаться. То есть некоторые люди делают о тебе какие-то выводы, абсолютно тебя не зная. Почему я вынуждена жить в Азербайджане, я не понимаю. Почему я здесь родилась, и я люблю эту страну. Мне очень здесь комфортно. Я здесь счастлива. Я иногда смотрю там в ТикТоке девчонок русских, которые переехали в Турцию. И они очень рады тому, что они переехали. Или, например, кто-то переехал в Америку. И в комментариях куча срача, что ой, предала родину, не знаю еще что-то. Но если человек хочет, пусть переезжает. Когда мы с моим парнем начали общаться, у него были обалденные возможности переехать в Италию. Мы могли бы жить в Риме. И у него изначально, как мы только начали общаться, у него не было такого «я» и «ты». Он всегда говорил «мы» с первого дня нашего общения. И когда он уезжал в Италию, он мне сказал, что, то есть, если там будут перспективы, не хотела бы ли я переехать туда. Но, блин, сейчас все мечтают жить в Европе, потому что жизненный уровень там лучше и все лучше, чем у нас. Но
Я такой человек, где родился, там пригодился. Мне вот хорошо у себя на родине, и все. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что я изменила впечатление о себе, и вы теперь думаете иначе. Всех люблю!